Идет активное благоустройство тротуара на улице Чехова. Теперь он будет шириной 3 метра, что позволит сделать передвижение людей комфортнее, ведь здесь всегда большой трафик. И на самокатах, и мамы с колясками, и велосипедисты. Широкий тротуар также позволит уборочной технике здесь беспрепятственно чистить снег. А значит, осадки будут убираться быстрее. Ведем ремонт автомобильной дороги, тротуаров, ремонт мостового покрытия. В принципе, с изменением геометрических параметров автобусной остановки, заездных карманов, павильонов, посадочной площадки. Тротуарное покрытие будет асфальтобетонным. Самое главное, что будет и на этой стороне карман для заезда общественного транспорта. Таким образом, автомобилистам станет удобнее. Не нужно перестраиваться и объезжать. А высадка пассажиров будет безопаснее. Закончить работы планируют к концу сентября. На следующий год будет благоустройство в Дзержинце. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.